Детский праздник, День защиты детей, отметили воспитанники специализированного детского сада номер один для детей с нарушением зрения. Торжество проходило в самом центре города, на площади Интемак. С песнями и танцами дошколята принимали поздравления от взрослых, наслаждались праздничным концертом, радовали сверстников яркими творческими номерами. Простите. С раннего утра в первый день лета на площади Интемак радостно и весело. Воспитанники дошкольного учреждения встречают самый любимый праздник. Здесь все как в сказке. Мультяшные персонажи окунули ребят в волшебный мир. Главная цель организаторов состояла в том, чтобы юные граждане чувствовали себя защищенными, нужными и безгранично счастливыми. Ежегодно мы организуем для наших детей яркий, веселый праздник. Дети всегда нуждаются в защите и поддержке. Пусть они остаются беззаботными, веселыми и радостными. Пусть наши дети всегда будут окружены любовью и заботой взрослых. Ведь важно помнить, что именно мы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек. День защиты детей – это не только праздник, в котором можно порезвиться. В этот день также возможно проявить свои творческие способности. С большим удовольствием и желанием дошколята участвовали в праздничном концерте. Они рисовали, пели, танцевали и рассказывали стихи. Подрастающее поколение через несколько лет будет определять облик нашей страны, поэтому поддержка детей – вопрос не только моральных ценностей, но и любви к родине, патриотизма. Отметим, мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут во всех районах области и, безусловно, надолго запомнится маленьким виновникам торжества. Сабина Балашкина, Саламат Каипов, Каспий Акпарат.